Вашему вниманию тема «Вступление в новую или расширенную миссию души в пределах новой земной действительности». Те из вас, кто в течение многих лет были сотрудниками света, целителями и учителями, с недавних пор в период беспорядка, возможно, чувствовали неуверенность в том, что вы делали. Или вы, возможно, имели проблемы со здоровьем, которые сдерживали вас, заставляли остановиться и отдохнуть, не позволяя выполнить необходимую, на ваш взгляд, работу. Это свидетельствует о том, что ваша душа принуждает вас остановиться и снизить темп, в то время как вы подвергаетесь тому, что можно было бы назвать периодом переориентации, который принесет вам согласование с новым направлением вашей миссии души в это новое время. Эти новые миссии требуют нового восприятия собственной личности, того, как проявлять, создавать, исцелять и соответствовать этим новым энергиям. Вы просто не можете делать то же самое, что делали в старой энергии. В прошлом, дорогие, ваши энергии были сосредоточены на переходе и пробуждении, на том, как работать над пробуждением и справляться с травмами, как пробужденные люди. Теперь есть достаточное количество пробужденных людей на планете, что способствует созданию шаблона для ускорения этого процесса. Теперь необходимо создать шаблон, помогающий тем, кто пробудился в новое земное сознание. Для этого вы должны сами стать частью процесса создания шаблона. Вы должны жить сознанием новой Земли и с сознанием своей роли первооткрывателя нового. Вы должны выйти за пределы дуальности и сознания жертвы и создать жизнь, полную возможностей для себя и других. По мере того, как вы достигаете этого пространства или согласования с высшим сознанием и вашей душой, вы естественным образом приходите в согласование со своей расширенной или новой миссией души. Вы не должны форсировать это. Иногда просто больше необходим полный покой или тишина, для того, чтобы благодаря интуиции или синхронности вы смогли услышать призывы души. Когда будет создана эта связь, у вас появится один из двух вариантов. Или расширенная миссия души, при которой ваша бывшая миссия души или работа дополняется новыми соглашениями и новыми направлениями, или у вас появится абсолютно новая миссия души. В первом случае вы будете продолжать работать, используя мудрость, которую получили за эти годы, но зная о новом восприятии и новых подходах, необходимых в течение этого нового периода. С другой стороны, вы также можете почувствовать необходимость полностью отойти от прошлого и принять что-то совершенно новое, что лучше выражает вас, таким, как вы есть теперь. Это приведет вас к абсолютно новой миссии вашей души, более соответствующей подробностям и выражению новой действительности. В этом случае вы можете изменить образ жизни на более творческий и более связанный с землей, который лучше позволит вам выразить себя. Дорогие, это захватывающее время перемен и созидания. Мы желаем всем вам великого приключения времени и пространства в вашем создании новой земли. Вы прослушали часть из большой темы «Тройные врата инициации, капсулы времени, пробуждение и вступление в вашу новую миссию души». Архангел Михаил через Силию Фен. «Тройные врата инициации».